Интеллектуальная основа советского ядерного щита строилась на 3К – Курчатов, Келдыш, Королёв. Но самое секретное и потому самое значительное К – Кочерянц – долгое время была скрыта от внимания людей. Под его руководством разрабатывались и создавались десятки боевых частей ракет. По его идеям и техническим решениям выпускались ядерные боеприпасы – основа щита СССР и России. И сейчас многое из того, что создано было Кочерянцем, находится на вооружении российской армии и обеспечивает нашу безопасность. Самуил Григорьевич Кочерянц – один из тех, кто сделал нашу страну великой ядерной державой. В честь 115-летия со дня рождения Самвела Кочерянца в городском музее открылась небольшая выставка под грифом «Секретно». В экспозиции можно увидеть фотографии разных лет, личные вещи, уникальные документы. Примечательно, что многие из них городскому музею Самвел Григорьевич передал лично. Заслуги Самвела Григорьевича были достойно оценены Родиной. Он дважды Герой соцтруда, лауреат Ленинской и трех сталинских премий, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки и техники, кавалер 6 орденов Ленина и ордена Октябрьской революции, почетный гражданин города Сарова и города Нор-Баизет в Армении. Мы по праву гордимся тем, что в нашем музее хранятся государственные награды Самвела Григорьевича. Их можно увидеть в нашей постоянной экспозиции. Посмотреть юбилейную выставку, посвященную талантливому конструктору Самвелу Кочерянцу, можно до середины февраля в часы работы городского музея. Возрастное ограничение 0+. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.